В квартиру пришло тепло и, значит, стало еще комфортнее, рассказывает жительница дома номер 10 по улице Прибрежной Наталья Сорокина. Отопление в здании начали подавать после 25 сентября, установленный срок. Раньше с этим были проблемы, рассказывает женщина, но после капитального ремонта дома и смены управляющей компании процесс быстрой подачи тепла стал нормой. Вполне довольны. Топится очень хорошо. Включили вовремя. Ну, в общем-то, жалоб никаких нет. Температура в трубах в доме на Прибрежной регулируется. Все благодаря новой автоматизированной системе. Ее также установили во время капитального ремонта. Каждый год перед началом отопительного сезона тепловой узел обслуживают. Проверяют работу запорной арматуры, промывают и опрессовывают системы горячего водоснабжения и центрального отопления. Слесаря пришли, запустили систему отопления, отрегулировали. То есть произвели полустоячную, так скажем, регулировку для распределения равного отопления во всем доме. Напомним, что согласно постановлению главы Самары Елены Лапушкиной, отопительный сезон в городе стартовал заблаговременно 18 сентября с объектов соцсферы. И по состоянию на 12 октября теплоснабжение запущено во всех соцучреждениях. С 25 сентября начали подключать к теплу и жилые дома. Эта работа также на стадии завершения. Степень готовности 99,6%. Контроль за ситуацией непрерывный. Актуальные задачи сегодня разбирали на еженедельном штабе в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Он напомнил, что в Самаре с 7 октября работает горячая линия, с помощью которой жители могут оставить обращения, связанные с обеспечением теплоресурсом. Заявки поступают по телефонам профильного городского департамента, администрации внутригородских районов и единой дежурно-диспетчерской службы Самары. Также отрабатывают и сообщения, которые публикуют в социальных сетях и мессенджерах. Есть обращение по стоякам, где сегодня идет отработка. То есть в данной ситуации либо это завод воздушная линия, либо это статика, либо, будем говорить, греется батарея одна, а две не греется, или наоборот, греется две, не греется одна батарея. Есть дома, которые стоят на повреждении. Всего к сегодняшнему дню поступило порядка 850 обращений. Из них осталось отработать 97. Как отметил первый вице-мэр Владимир Василенко, в скором времени все эти проблемы разрешатся. При поступлении новых заявок работы также организуют в оперативном режиме. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.